В преддверии Нового года хотелось бы поздравить молодых людей, да не только молодых, да всех жителей муниципального образования Славянский район с наступающим Новым годом. Потому что это, наверное, праздник, который для всех праздник. Да? Это праздник, который объединяет. Я знаю, что в муниципалитете существует традиция на Новый год встречать в новогоднюю ночь на центральной площади у новогодней елки. Я думаю, что именно в это время загадываются самые сокровенные желания. Хотелось бы пожелать всем жителям, ну, может быть, и не только Славянского района, да, но и Краснодарского края, России в целом, чтобы все те самые заветные желания, которые будут загаданы, исполнялись, и только вперед. И, наверное, Новый год, время начинать, наверное, новую жизнь. Да? И мы говорим, что с понедельника, да, и в этом году, в следующем году, 1 января, это понедельник, поэтому, наверное, самое время начать что-то хорошее. И все большие победы начинаются с победы над самим собой. И хотелось бы пожелать все-таки по маленькому шагу, побеждая себя, преодолевая, наверное, делать нашу страну, край и конкретный муниципалитет чуть-чуть лучше. Дорогие мои славянцы, дорогие мои молодые славянцы, молодые семьи, волонтеры, студенты, родители всех этих прекрасных людей, я вас поздравляю с наступающим 2018 годом, и пусть это замечательное животное, которое живет практически в каждом доме, будет охранять ваш покой, будет вам верным товарищем, и в следующем году вы сделаете гораздо больше, чем в этом. Искренне поздравляю, люблю свой город Славянск на Кубани, Славянский район, любите его таким, какой он есть. В новом году он будет еще лучше и новее. С Новым годом!